Жители старой Сахчи Меликесского района смогут получать медпомощь в полном объеме. Но в новом Малыклинском районе, в родном муниципальном образовании, районной поликлиники нет. Проблема давняя. Лечиться и сдавать анализы люди ездят в другие районы или в областную больницу. Путь очень неблизкий. В Меликесском районе у нас на протяжении многих лет уже нет районной больницы, поэтому население старой Сахчи по факту уже на протяжении, наверное, 4 лет обслуживается в районной больнице в нашей Новомалыклинской. Это касается, конечно, детского населения в основном. Диспансеризация проводилась, госпитализация по профилю хирургии, травматология, терапия. Ну и не отказывали в плане консультаций узких специалистов. Тему обсуждали медицинские работники вместе с членами правительства и областным Минздравом. Самая главная проблема, которая не давала решить вопрос, транспортная. Однако теперь найдены перевозчики, готовые возить людей в больницу. Кроме того, в планах запустить специальный медицинский автобус, который сможет возить людей по мере их надобности. Официально договоренность есть, но мы еще официально писали Министерство транспорта, чтобы это было официально тоже подтверждено. Старосахчинскую больницу присоединят к районной Новомалыклинской. При этом медперсонал сокращен не будет. Главврачи обеих организаций уверены, что этот выход даст возможность людям наконец-то получить качественную медицинскую помощь. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.